последние дни мая свердловские труженики пенитенциарной системы провели учения сводных отрядов Ивдельской и Серовской оперативных зон, покрывающих территории, где издавна, благодаря уникальным природно-климатическим условиям, наиболее эффективно происходит исполнение наказания, исправление лиходеев и очистка совести перед выходом на свободу. Однако у некоторых, особо бессовестных и неблагодарных, выход на свободу случается преждевременно. И таких вот недоношенных как раз и приходится искать сводным отрядом ГУФСИН. Это мастерство и точили на учениях с такой вот легендой. Завожу оперативную обстановку. То есть у нас в 5:15 утра двое осужденных, преодолевая нулевой рубеж, ТСО сигнал тревоги выдало. Вообще-то, по уму, если кто соберется бежать из колонии Ивдельских или Сосинских, то лучше, конечно, делать это не в конце мая, а в начале августа, когда в лесах уже полно подножного корма в виде грибов и ягод, есть что поймать в речках или на селок, ну и по ночам еще почти без заморозков, и мошка еще не наточила зубы. Однако, чтобы пик формы пришелся на сезон, усиленно тренироваться как раз сейчас и надо. Скрытое передвижение, окружение и захват сбежавших пациентов отрабатывались по плану, например, «Вулкан» во взаимодействии с полицейскими. Сначала Ивделя, а потом Сосьвы. В обоих случаях итог был примерно одинаковый.